На дорогах города новогодний патруль. По традиции, перед праздниками инспектор Мороз со своей помощницей Снегурочкой выходит на улицу. Но не для того, чтобы наказывать водителей, а наоборот, поощрить тех, кто прилежно соблюдает правила дорожного движения. На этот раз инспектор Мороз дарил зимние наборы автолюбителя, а взамен просил рассказать стихотворение или спеть песню. Вручая презент, сказочные персонажи желали, конечно же, не нарушать правила, чтобы доброму инспектору Морозу не пришлось никого наказывать.